157 челнинских школьников получили ноутбуки для занятий на дистанционке. До этого у них не было возможности учиться в режиме онлайн. Вскоре у школьников из малообеспеченных семей появится и другая техника. Республика собирается выделить 2000 планшетов ученикам, 354 из них для Автограда. В основном она предназначена для старшеклассников. Отказались от дистанционного обучения в Челнах 27 человек. Они получают образование, решая кейс-задания, которые приходят на электронную почту. Дистанционное обучение школьников продлится до улучшения эпидситуации. Напомним, девятиклассники будут сдавать экзамены только по двум предметам – русскому языку и математике. При поступлении в колледжи и техникумы доп. Предметы им не понадобятся, а вот зачисление в старшие профильные классы будет происходить по новой схеме. Если ребенок поступает в 10 класс, то есть это будет какое-то внутреннее тестирование в школе по тому профильному предмету, по которому ребенок планирует дальше обучаться в 10-11 классах. Что касается 11 классов, принято решение сделать упор в текущей четверти на предметы, по которым школьники будут сдавать ЕГЭ. Если у вас возникают вопросы по дистанционному обучению, получить ответы на них можно по телефону у горячей линии 8 965 623 85 25.